Привітанне, сябры, працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вамі вядучы Віталь Цыганкоў. Ці можа Александр Лукашэнка цалкам здаць беларускую незалежнасць? Як гэты чалавек разумее каштоўнасці суверэнітэту? Чаму ўвогуле такая асоба, якая ў 91-м годзе не галасавала за незалежнасць, чаму ён стаў прэзідэнтам Беларусі ў 94-м? Вось гэтыя да іншыя пытанні абмяркуем сённяшнім гостем «Размовы». На сувязі з Прагі былы дэпутат Верховнага Савета 12-го склікання, аўтар кніг пра 90-е гады, аглядальнік беларускай службы радыё «Свабода» Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне. Ну, хацелася б менавіта вось пачуць пра то, як Лукашэнка паводзіўся ў тыя пераломныя часы 90-91 год, бо падазраю, што здалёка не все нашы гледачы пра гэта ведаюць і памятаюць, ну, а падручніках сучасных тым больш пра гэта не пішацца. Як ён галасаваў па самых важных, скажам, момантах галасавання, калі вырашаўся лёс Беларусі, каб вызначыць яго стаўленне да незалежнасці і суверэнітэту да таго, як ён стаў у 94-м годзе прэзідэнтам? Вельмі просты адказ. У самы такі важны, самы, як вы выказаліся, лёсавызначальны дзень для незалежнасці Беларусі, ўвогуле для лёсу Беларусі, я маю на ўвазе 25 ліпеня 91 года, пасля вот правалу путча маскоўскага, калі прымалася рашэнне аб незалежнасці Беларусі на Верховным Савеце, Лукашэнка, ён не проста не галасаваў, ён выйшаў да мікрафону, сказав, что вот зараз тут будет отбываться нечто страшное, и я, депутат Лукашенко, отмовляюся удельничать у гэтым, и ён не регистровався. Вот там процесс принятия решения об незалежности, на самом деле, он складався там, ну, была певная процедура, было несколько этапов, там голосование в первом читании, в другом, по артыкуль на некоторые моменты, словом, там приблизно было, дай бог памяти, 7-8, ну, коли десятка, можно вот так, голосований. И вот по всех этих голосованиях, кто-то голосовал за, совсем незначная колькость людей в тот момент голосовала супрыць, а вот на супрыць Лукашенки стоит две литры – ад. Ад – это не то, что, так сказать, ад у разумении евангельским, скажем, а отсутничал, так, отсутничал. То бок, але в зале он был. И он просто отмовился, что называется, умыл руки, и он отмовился голосовать за незалежность. Ну, подчас, праз 4 месяца, подчас ратификации Беловежских погоднений, коли уже фиксовался распад Советского Союза, Лукашенко, он так само в зале присутничал, але ён не рэгістраваўся таксама. Вот што датычна таго, што ён заявляе, што ён галасаваў супраць ратыфікацыі, гэта неправда. Супраць ратыфікацыі сапраўды прагаласаваў толькі адзін дэпутат. Гэта мой сусед па авальнай зале, Валер Ціхіня. Да гэтага ён быў сакратаром ЦК да жніўня. Потом он стал старшинем Конституционного суда, мы с ним даже поспрашались, я бачу просто, как он вот натискает кнопку тому, ну, так сказать, вот тут он схлузил. Але это показально, что он тогда на президентских выборах хвалился, что он выступал супраць незалежности Беларуси. И я скажу, Виталь, что, конечно, ни в какой иншей краине человек, який выступает супраць незалежности, не был бы обраны президентом. Ну, а кроме того, как он голосовал, вот в эти переломные годы, 80-90-91, как он так само выказывался, что можно было бы уже робить про некое его целостное ставление до питания незалежности, как он выказывался, да, так сказать, жнивня 91-го и потом до вискулевских погоднений и позднее, что самое яркое можно запомнить? Ну, я сказал бы больше, что он постоянно выказывался, так, скажем так, вельми осторожно у него было ставление до белорусской мовы, не с симпатией, это однозначно, до 91-го года.
Пазней ён просто негатыўна выказываўся. Самая яркая гэта, канешне, 93-й год, калі ён удзельнічаў так званым з'ездзе народаў СССР у жніўні 93-го года, калі ён заявіў, што нам трэба аднавіць Савецкі Саюз, хаця б нават спачатку як Саюз Беларусі і Расіі, як адзіную дзяржаву, што, між іншым, выклікала вельмі рэзкую водповідь Васіля Быкава на старонках Народнай газеты, тады гэта было дэмакратычнае выданне. І пазней ён паехаў у Маскву падтрымаць вот гэтых пучыстаў, якія выступалі, ну, чырвона-карычневых, як мы іх называлі. І тады депутаты БНФ, мы выйшлі ў Верховны Савет з патрабаваннем пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх паўнамоцтваў. Вось часам пытаюцца, як это вот вы праглядзелі Лукашэнку? Ды не, не праглядзелі. Мы ўжо ў 93-м годзе патрабавалі ад Верховнага Савета, каб яго пазбавілі дэпутацкіх паўнамоцтваў, фактычна за антыдзяржаўную дзейнасць, за тое, што ён выступае супраць незалежнасці. Ну, Верховны Савет, на жаль, складаўся з большасці дэпутатаў, якія не падтрымалі гэтую нашу прапанову. Ну, я думаю, вось гэты гістарычны экскурс, які мы зрабілі, ён нам патрэбны для таго, каб мы, можа быць, больш адэкватна і дакладна маглі ацэньваць сённяшнія паводзіны Александра Лукашэнкі. І многія гады, калі беларуская незалежнасць весь час пад некай пагрозай інтэграцыі, якую сам жа Лукашэнка і распачаў, то, напрыклад, калі стало пытанне там 19-м годзе, то многія казалі, Лукашэнка не здасць незалежнасць, паколькі гэта яго асабістая влада, і ён не будзе памяншаць сваю ўладу. Але пасля жніўня 20-го ён только і робіць, што здае незалежнасць крок за кроком. Як, па-вашаму, вось гэтая дылема вырашаецца вот в рэальнасці, што ён за сваю безумоўную асабістую ўладу, але разам з тым незалежнасць для яго не каштоўнасць? На самой справе няма такога нечага складанага, і хаця, канешне, я згодны, гэта, ну, успрымаецца нелагічна, як гэта так, кіраўнік дзяржавы супраць незалежнасці сваёй дзяржавы. Але справа ў тым, што як не парадаксальна гэта прагучыць, для Лукашэнкі Беларусь, вось сапраўды, Беларусь не ўяўляе ніякай каштоўнасці. Ні нацыянальныя інтарэсы Беларусі, ні яе мова, ні яе гісторыя, не нават народ. Вот у 2020 годзе ён паказаў, што для яго азначае народ, калі прылілася кроў на вуліцах Менску, і далей мы бачым, ну, рэальна ахвяра ашурка, можна прыгадаць іншых, просто так сказаць, ідзе самы натуральны тэрор, самы натуральны фашысцкі тэрор, будзем так казаць. У чым прычына, як гэта ў яго сумяшчаецца? Ён успрымае Беларусь як вот як падмурак пад сваю ўладу. Вось як падмурак пад сваю ўладу, пад рэалізацыю сваіх комплексаў, якія ў яго яшчэ ў дзяцінстве былі закладзены, это ў яго было закладзена. Ён, канешне, быў вельмі пакрыўджаны чалавек у дзяцінстве, у пэўных умовах рос, і ў яго вот зло на ўвесь свет і на ўсіх літаральна. Можа быць, акрамя ўласных, там я не ведаю, дзяцей, унукаў, можа быць. Так сказаць, астатніх ён проста ненавідзіць, ён хоча 100% улады, 100% падпарадкавання і кіравання ўсімі, а на пасадзе, так сказаць, прэзідэнта, ну, хоць ён не легітымны прэзідэнт, але вось на гэтай пасадзе, так сказаць, ну, скажам так, маючы гэту такую ўладу, ажыццяўляючы вот такія рэпрэсіі, ён цалкам з аднаго боку рэалізуе свае комплексы, з другого боку, ну, ён абапірае, вот пакуль яго ўлада ёсць, ён, па-першае, фізічна жывы, ён фізічна жывы, і ён як бы на свабодзе, а не ў газе там, ці недзе яшчэ, а па-другое, ён мае ўладу. Калі б Беларусь страціла вось незалежнасць, канешне, ён бы страціў бы гэтую ўладу, але ёсць адзін момант. Я вот давно, с 94-го года фактично кажу, что калі б Лукашенку пропоновали трон у Кремлі, ну, кіраваць, так сказаць, вот Кремлем, вогуле кіраваць Россией, всім гэтым на умовах далучэння Беларусі да Россиі, ён бы не сумніючыся гэта зрабіў. Тое ж самае перакананы сёння. Ён бы просто абсолютно
Сдал бы гэтую Беларусь, ну, просто за секунду. Так вот, и я хотел спутать, что его эта знакомитая фраза, ну, для нас с вами знакомитая, так само, может быть, не все глядачи это могут памятать, что в 95-м, ну, раз год-два после президентства, и он сказал фразу, якая стала потом достоянием прессы, что Беларусь для меня пройденный этап, коли он уже миновито такую мету себе ставил, и вы тогда писали в газете «Свобода» специально на русской мове свой артикул «Цель», в якими как раз обґрунтовали, что вось ён менавіта хоча шапку Мономаха. І калі вы казалі пра ненавісць, то вот як раз і да Пуціна у яго, безумоўна, ёсць ненавісць, бо ён перакрыл гэтыя планы. Калі был слабеючы Ельцин, ён думаў, што зможа его заменіць, прыйшоў малады чекіст Пуцін і перакрыл яму гэтыя все планы на конт Москвы. Так, одинное, что я поправлюсь, что, сдается, вот эту фразу «Беларусь для меня пройденный этап», он не просто сказал там про год после выборов, он сказал на банкете про несколько дней после выборов. Ну, так сказать, может быть, варианты. Але то, что он имеет у Кремля, это абсолютно однозначно. Больше за то, я, скажем, маю довольно шмат доказов. Ну, наш коллега, мой коллега по «Радио Свобода», Валер Карбалевич у своей такой ёмистой биографии, политической биографии Лукашенко просто цитует там несколько цитат, где абсолютно традиционно заявляет вот эти претензии на Москву. Это уже было после моего артикула в 95-м году, который был сопроводен друкован тогда. А другое, у меня есть так сказать, запись, аудиозапись интервью Бориса Березовского, якое ён даў у 99-м годзе, ўжо Пуцін быў прэм'ерам, і фактычна ён ўжо, ну, быў, так сказаць, успрымаўся, канец 99-го года ён успрымаўся як пераемнік Ельцына, дзе Березовскі абсолютно прызнаецца, што да, мы разглядалі вот сярод розных варіантаў, там Лукашенко там быў, Пуцін, Лукашенко, Степашын, і Лукашенко таксама і меў добрыя шанцы, ну, але вось, так сказаць, Пуціну аддалі перавагу. Мы ведаем, што вся эта вот ситуация с Березовским, она была, что за ее стояло, что Березовский отыгрывал вельми такую, ну, реальную роль в просовывании Путина, в изначении переемника Ельцина, и в данный момент, я думаю, что это свечение человека, який, ну, ведал, про что он кажет. Заправды, такая амбиция у Лукашенко была, и, конечно, приходит некий, вот Лукашенко, поглядим, так, Лукашенко уже 99-й год, Лукашенко уже 5 годов президент, так сказать, причем еще пока легитимный до лета 99-го года президент, и тут приходит некий хлопчик там, некий там подполковник, тим майор КГБ, наместник управ делами администрации Ельцина, это типа наместник Тетенкова, вогуле, так сказать, некая дробеза, и раптом он становится, занимая вот этот трон, на який претендовал Путин. Ну, где ж тут не воспылать ненавистью? Конечно, Лукашенко, так сказать, ненавидит Путина, безумно. В этом сенсе можно так сформулировать, коли, вот признаюсь, я колись писал в одном из артикулов такую, можно сказать, формулировку вывести, что на самой справе Лукашенко является головной погрозой белорусской незалежности. Ну, безумно. Безумовно, он является с самого первого дня своего президентства. И это можно просочить по тех домовах, которые он подписывал и инициировал. Так само, хотя безумовно, инициатива была и от Москвы, и, так сказать, в уголе Лукашенко, когда уже поглубляться, Лукашенко был и проведенным Москвой, это особенная, так сказать, говорка. Але он вот до сегодняшнего дня фактично сделал все, что сделало бы, что сделал бы некий режим, який бы, ну, провел военную оккупацию. И он знищил белорусские школы, и он загнал гетто белорусскую мову, и он знищил все белорусские громадские организации, начиная от ТБМ, наистарейшей организации, основанной в 89-м году, то же самое тычется громадской организации «Белорусский народный фронт». Все знищено, незалежная белорусская пресса, знищено все. И выведены на первые места люди русского мира. Раю, коли не читали, я имею в виду, звертаюсь до наших глядачов, на сайте «Радио Свобода» есть материал, анализ, что себе уявляют керовники губазика, губопика так званого. Один там запаковал чемоданы и готовы съехать в Россию,
другие с кожной зарплаты купляя книжки про русского царя, все яны люто ненавидеть белорусскую мову, Беларусь, белорусскую национальную культуру. Ну и мы бачим, какие просто абсолютно зверские гитлеровские методы применяются до национально свядомых белорусов. Что гэтым губазикам, что Министерство внутренних справ в широчайшем варианте, что КГБ словом репрессивным аппаратом. Это, разумеется, это уже не просто подавление, не просто подавление неких там демократичных свобод, прав человека, это подавление менавито национальных, ну, национальной идентичности. Это то, что абсолютно докладно кладется у категорию, якая вызначает этноцид, а у некоторых моментах нават и геноцид. Дякую, и за этим всем стоит, конечно, Лукашенко. Можно сказать, что за этим стоит Москва, безумовно, это в интересах Москвы, але робится это руками Лукашенко. Дякую, Сергей. Сегодня мы говорили про эволюцию поглядов, докладнее, незменность поглядов Александра Лукашенко в ставлении до белорусских каштовностей, до белорусской незалежности, начиная от 91 года. И гостем нашей размовы был Сергей Наумчик, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания. Передача провел Виталий Цыганков. Заставайтесь с Белсатом.